Добрый день! У вас карие глаза? Вам крупно повезло. В отличие от голубоглазых и зеленоглазых девушек, обладательницам карих глаз не нужно каждый день тратить много времени на макияж. Женский портал Feel Good и я, Вика Олейник, расскажем, как это сделать. Сегодня в своей работе мы будем использовать джейд. Израильскую косметику, созданную на основе натуральных компонентов по самым передовым технологиям. Перед нанесением макияжа кожу обязательно нужно тонизировать и увлажнять. По ошибке бренд порой называют Гейт или Жаде, но мы хотим обратить внимание, правильное название косметики – джейд. Тональное средство необходимо обязательно наносить по массажным линиям. Сначала на все веко нужно нанести прозрачный, так называемый базовый оттенок. Для более комфортного использования выбирайте тени, которые хорошо пигментированы, удобны в растушевке и нанесении. Затем внешний уголок века подчеркиваем коричневым оттенком. Границы между цветами растушевываем кистью, чтобы переход был постепенным. Завершаем нанесение теней оттенком угольного цвета в центре уже прокрашенной коричневой зоны. За счет плавного перехода цветов взгляд кажется глубоким, а за счет правильно подобранных оттенков ярким. Если вы хотите сделать взгляд еще более выразительным, то самый популярный способ – использовать подводку. Чтобы макияж выглядел естественно, нарисуйте аккуратную глянцевую линию по контуру верхнего века. Удобнее всего это будет сделать жидкой подводкой или подводкой-фломастером. Если их под рукой не оказалось, черный карандаш для глаз тоже справится с этой задачей. Чтобы лицо не выглядело плоским, необходимо высветлить некоторые его участки и оттенить другие. Для этого и нужны румяные хайлайтеры. Чтобы придать лицу более свежий, цветущий вид, мы наносим персиковые румяна на выпуклую часть щек. Визажисты часто называют эту зону яблочками. Не красьте ресницы слишком густо. Это выглядит неряшливо. Аккуратно отделите каждую ресничку друг от друга, чтобы ваш взгляд был аккуратным и выразительным. Если ваши волосы светло-русые или имеют соломенный оттенок, вам подойдет коричневая тушь. А для темноволосых идеальным вариантом останется тушь черного цвета. Завершить макияж, где основной акцент был сделан на глаза, стоит блеском для губ нейтрального кремового оттенка. Наш макияж для карих глаз готов.